Ребята, всем привет! Как всегда, вы на канале Виконство. Сегодня наконец-то будем ехать бурить, открывать сезон в 2019 году. Март месяц, весна. Вот посмотрите, чуть-чуть мы прибарахлились, взяли все самое необходимое. Ну и немножко сейчас вам покажу, что у нас здесь лежит. Вот такой у нас небольшой прицеп. У нас обсадная труба, колонны, штанги. Плюс сама буровая установка в разобранном виде. Вот такая у нас девятка получилась. Загружена немножко. Сейчас я вам покажу полностью. Ну, как бы взяли все самое нужное. А там уже на месте будем разбираться. То есть взяли все по полной. Ну, и багажник. Как бы самое все необходимое. Будем бурить недалеко от самого города Донецка, в одном поселке. Посмотрим, что у нас там будет за метраж и глубина. Ну, ориентировочно, надеемся, где-то до 30 метров. Ну, а там будет видно. Кстати, вот Калек. Будем вот сегодня с ним добывать воду. Ну, и, соответственно, вы все увидите своими глазами. Поэтому сразу же поставь палец вверх. Поддержи нас комментарием. Долго не выходило роликов, так как сезон только будем сейчас открывать. Весна. Поэтому многие ждали это видео. И обязательно поддержите нас активностью. Ну что, друзья, добрались мы на точку. Сейчас выставляем нашу основу буровой установки по уровню. И будем потихонечку выкапывать приямки. И в дальнейшем уже будем показывать, что у нас происходит в процессе бурения. Постараюсь сделать вам практически полный видеоролик. От начала до конца. По времени, может, он займет немножко дольше, чем обычно. Многие вырезают, но мы расскажем все нюансы и подробности при бурении. Будем, друзья, сейчас набирать воду в приямок, ну и погружать нас в фекальный насос. Название его Opera VQD1515-1.5F. Друзья, поставили буровую установку, выставили ее, прикрепили двигатель, поставили лебедку. Повесили погружной насос, ну и ждем, когда наберется приямок. Будем потихонечку начинать уже бурить. Сам процесс бурения также будем показывать, те слои, которые будем проходить. Также вы все увидите на своих экранах. Буду. Ребят, пока немного перекусываем,
Пробурили мы уже 5 штанг. Вот метраж я записал. Вот, пока идет глина. Но сейчас зарядили 6-ю штангу. Пока вот немного пообедаем и продолжим работать. Потому что без обеда не будет нормальной работы. Всем приятного аппетита! Ну что, друзья, вот на 8-й колонне, напоминаю, колонны у нас по 1.5 метра, мы после глины проходим вот такой вот слой, глина с перемешком с камнем. Как видите, глину смывает стенок, а сам камень, вот он, видно по нему, что буровая установка практически 1.5 метра бурит 30-35 минут. Глину мы проходили буквально за 10-12 минут. То есть увеличилось бурение практически в 2,5 раза. Ну это так, я средние цифры называю. То есть сейчас уже у нас 2 слоя, то есть 2 штанги, идет мелкий камешек. Ну, это бур разбуривает его, и вот такая вот консистенция у нас получается на ситечке. Ну, а мы будем продолжать дальше бурить. Посмотрим. Ожидаем после камня какой-то более легкий грунт. Ну, а там будет видно. Ребята, ну практически собрали буровую установку, уже утро. Бурили мы до 00:30 ночи. И в итоге 5.5 метра у нас и шел один камень. И мы приняли решение прекращать это бурение. Тест буровой установки после ее сбора успешно пройден, да, этап. Ну а в дальнейшем попадаются и такие скважины, не всегда. Которые не рассказывают, что все так гладко и все хорошо, приехали бурить, все заработали и видели. Конечно, поэтому с каждым днем мы набираемся опыта. Также будем делиться немножко опытом с вами, так как эта тема довольно интересная на просторах YouTube и интернета. Едем со скважины. Такая вот ситуация у нас получилась. Позвонили нам с незнакомого села. Мы там ни разу не бурили. Знакомые там тоже ни разу, как бы, из наших никто не бурил. Столкнулись с такой ситуацией. Как бы хозяин сказал, говорит, а у нас хорошие грунты, скважины по 20 метров. В общем, приехали мы, выставились. В 3 часа дня начали бурить. В 5 часов у нас уже было 10 метров пробурено. Из 10 метров у нас пошел уже камень. Сланец чем-то с примесями. Бур разбуривал, бур победитовый, бур разбуривал не крупными, мелкой фракцией. И как бы вот такая ситуация. Потом поприходили соседи и начали уже как бы рассказывать, у кого есть скважины, что оказывается, никто, люди звонят заказывать скважину, никто с бурильщиков не хочет ехать в это село. Приезжал Урал, установка на Урале, что-то они пробурили, скважина у них получилась 30 метров, воды хватает на полчаса, мотор на водолей 30-й выкачивает за полчаса скважину 30-метровую в камне. Пробурили мы 6 метров, получилось в общем 16 метров, пробурили мы
6 метров по камню, штанги шли 2-4, где-то полтора часа, полтора метра. Вот, ребята, получилась у нас такая вот небольшая схема. Первые 4 штанги у нас хорошо зашли, то есть без каких-то проблем. Штанга бурилась буквально 15 минут вместе с разборкой и сборкой следующей. Пятая штанга также хорошо заходила. Вот с шестой штанги уже начиналась крупная глина, вязкая. И больше времени нужно было для того, чтобы ее пробурить. И вот седьмая, восьмая, девятая штанга у нас пошли проблемы. Заказчик не захотел, как бы, 100% результата мы ему не гарантировали. Заказчик не захотел оплачивать трубу, как бы было поглощение на где-то 14 метрах в камне. Была прослойка, бур подпровалился где-то сантиметров 30. Как бы как прослойка, вроде, может, водонос был. Было поглощение, ну, сантиметров 10 в приямке. Как бы, может, кто сталкивался, подскажет, что такое. Но мы первый раз с таким сталкиваемся, чтобы 6 метров камня. Какой камень, бурилось очень долго. И как бы бур в оконцовке думали, что уже и победит. Полопался, порассыпался, постирался. Бур целый, ну, бурилось очень тяжело. Может, кто сталкивался, подскажет, что это возможно было и мог ли быть это водонос с поглощением в 10 сантиметров и прослойкой в 30. Так что, ребята, у нас получилось вот такое вот открытие сезона. Не всегда получается все самое лучшее показывать, ну и надо показывать те результаты, которые мы сейчас имеем. Поэтому, если кто-то сталкивался с такими ситуациями, обязательно в комментариях напишите, что вы думаете по этому поводу. Также понятно, что все скважины индивидуальные и разные, и был бы нам смысл бурить дальше. Может быть такое, мы пробурили 1 метр и пошел бы совсем другой слой, а может быть и 10 метров был бы камень, и мы просто ничего не достигли в итоге. Поэтому спасибо, что посмотрели это видео. С вами был на канале Виконста и Колян. Всем удачи. Пока-пока.